Свыше 70 школ-интернатов, детских домов и приютов получили ноутбуки за активное участие в премии «Экология – дело каждого». Это учреждение из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России. В число награжденных специальным призом вошли воспитанники Новомосковского центра из Тульской области. Они представили танцевальный эко-флешмоб с призывом беречь природу. Участники волонтерского отряда «Продобро.ру» из Нягинского реабилитационного центра придумали эко-акцию по созданию кормушек для птиц. Вместе с родителями они развесили в лесу самодельные птичьи столовые. А также команда «Дети особой планеты» из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья сняла видеоролик. В нем ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений. Ты тоже можешь принять участие в премии «Экология – дело каждого». Переходи на сайт ekologiyadelokazhdogo.rf и оставляй заявку. Победителей и призеров ждет множество призов от смартфонов до путешествий по России.